Всем привет! Опять я на связи. Так, только опять пришла, естественно. Как же иначе? Я как пчелка. Ходила в спортзал. После спортзала сразу же забросила сумку и поехала в магазин. Тут недалеко, в Пятерочку заехала, чтобы по-быстренькому. Потому что время уже тикает. А еще ничего не сделано особо. Так, ну купила два огромных пакета. Сейчас все покажу, сейчас все расскажу. Вон они, видите, стоят. Еле дотащила от машины до парадной. Ну вот смотрите, набрала я, как обычно. По чеку у меня вышло на 3,85. И то мне сделали детскую скидку там в пятерочках по средам. Если идешь с ребенком до 5 вечера, по-моему, то тебе делают скидку. Но я пошла не с ребенком. Но там, знаете, такая кассирша, она почему-то меня очень любит. Я с ней вообще не знакома, но она меня прям так и высматривает, когда я прихожу. Сегодня мне кричит: идите сюда, идите сюда. Я пришла, она стала со мной разговаривать про визажистов, что у нее много визажистов, что она сама не любит краситься. И вот, знаете, так развела. Ну, такая приятная женщина, но я прям не знаю, почему она ко мне с такой теплотой. Так мы никогда не пересекались, ни ничего. И вот я уже все купила, в пакеты сложила, надо уходить. Женщина стоит сзади, ждет, а она со мной просто разговаривает. Женщина на нас смотрит, наверное, думает, мы какие-то подруги. Мне даже потом уже неудобно стало. Так, туалетная бумага. Сок вишневый, яблочный. И яблоко-шиповник детям. Творожная масса Александров. Думаю, может, на завтрак им. Потом, значит, взяла вот такие колечки с кремом. Сметана. Тут у меня корень имбиря. С вами потом сделаем водичку с лимоном, с имбирем. Я покажу, как я делаю, пью ее. Лук зеленый. Это для салатика. Хочу салат с тунцом сделать. Хлеб мой любимый, один из любимых, помидорчики, колбаска вот такая, грецкие орехи, это тоже я уже для другого салата хочу. Хочу с вами прям, знаете, несколько салатов сделать в разные дни, естественно. Так, батон, свекла, тушенка, которую я вам показывала, совок. Она сейчас по акции, по 149 рублей. Я думаю, возьму две, пускай будет. Потому что, ну, бывает, вот мне вообще, вот знаете, я закрутилась, мне, ну, просто нет времени что-то сготовить. Я быстренько отвариваю картошку, толку ее, как в пюре, только без молока и без воды. Просто расталкиваю. И туда вот обжарю эту тушенку, или просто даже подогрею ее, не обжариваю, и туда в пюре, или в гречку, или в макарошки, прям вот это экстренное прям меня иногда выручает. Так, тут у меня киви, тут у меня мандарины, такие хорошие, крупные, творог Савушкин, это у нас черника и малина, два банана всего лишь, больше мы не съедим. Так, это у нас филе куриного бедра. Оно мягенькое, с него можно всякие блюда готовить. Творобушки, сырки с ванилью. Эти дочка берет яблочные в школу. Две упаковки киндер-шоколад. Ну, понятно, для кого. Так, сода пищевая нужна мне была, кончилась у меня дома. Нет, вот панировочные сухари еще раз взяла. Огурец. Крем-мыло, бархатные ручки. Чокопай. Чокопай для мужа. Он у меня просто его обожает. Прям только дай. Так, сосиски, вязанка. В основном я вязанку всегда беру продукцию. И два вот этих лоточка куриного филе. Тоже они были по акции. Думаю, возьму сразу два. И картошку. Картошка грязная, поэтому я сюда положила. Все, сейчас все буду разбирать. Распаковывать, сортировать. Сейчас покажу вам, что у меня тут еще в морозилке. Вот тут у меня, смотрите, все забито ягодами. Это у меня брусника, а где синяя крышка, контейнер, там у меня облепиха. Так, здесь у меня
овощи, капуста. Тут овощной микс. Эти у меня тут лежат тоже на запас. Наггетсы детям. Тоже это прям крайний-крайний случай. Куриные крылышки. И тут куриная голень замороженная. И тут еще что-то тоже, наверное, кусочек куриного филе. Это может котлетам или куда-то на фарш добавить. И здесь у меня, тут у меня все замороженная зелень. Это петрушка. Это тоже, по-моему, тут петрушка. Был еще замороженный лук. Но уже его нет. Да, две петрушки. Так, тут у меня что? А, это у меня, знаете, заморожено, я делала долму, и остались виноградные листья, я их заморозила. Так, здесь у меня все рыба. Рыба, рыба, горбуша. Никто, кроме меня, ее не хочет, а мне лень для себя одной делать. Так, и здесь у меня уже из ягод это клюква. И здесь у меня фарш из говядины. Вот такая вот у меня морозилочка. Кстати говоря, на улице вся красота тает и превращается в такую прям очень-очень некрасивую грязь. В магазин ездила, сейчас прям, знаете, даже неприятно. Везде под ногами такая каша. Вот все, зима закончилась. Но детишки гуляют. Главное, что тепло. Картофель переложила, храню ее вот в таком контейнере из фикс-прайса. На 5 килограмм он, ну вот он именно для овощей, очень удобно. 199 рублей он стоил. Надо его единственное уже тоже потом, когда картошка закончится, помыть. Он же от картошки припылился, вон тут даже немножко. Здесь я оботру, а внутри надо тоже его потом помыть. Очень удобно, достала, все закрыла. У меня оно находится под раковиной. Так, новое мыло ставим. А со старым, знаете, я хотела вам показать, когда, видите, немножко остается. Я это просто оставляю, и когда у меня ребенок купается, я из этого делаю пену. Прям вот ванна набирается, я откручиваю, ставлю под струю воды, и столько пены. И вот любой шампунь или гель, все, что заканчивается, это все я потом так использую, как пена. Так, сейчас буду разбирать из посудомойки, вытаскивать чистую посуду и загружать грязную, еще завтрака, которая убежала сегодня. Когда вот дни занятий спортом, я вообще вот не успеваю, потому что пока всех завтраком накормишь, пока все сделаешь, потом маленького я в садик отвожу, прибегаю быстро, кушаю, можно сказать, что даже толком я не кушаю, и сразу же бегу. И вот когда прихожу часов там в 11, только тогда уже... Вот до чего мы, женщины, обленились. Уже даже лень разбирать посудомойку, да? Не то чтобы мыть. Но хотя, кстати, я часто руками мою. У меня посудомойка маленькая, не помещается, бывает, туда. И тогда какие-то остатки посуды я быстренько могу домыть руками. И вот я вам говорила, что сковородки я всегда мою руками. Потому что я уже столько сковородок испортила в посудомойке. Они вроде внешне такие же, но они вот на них начинают пригорать. Как-то вот не так уже жарится, как вот до того, как ты мимо там ее. Так что да, вот уже лениво все. Когда только появились эти посудомойки, казалось, боже мой, это же какое блаженство вообще. А теперь уже все лень. Просто все лень. Так. Так. Все, это сюда. Сейчас загружаем. Ну все, все течет на улице. С крыш прям так и капает. Хотя машину сейчас очищала от снега. Такой, знаете, снег вот было очень много засыпано. Я несколько дней не садилась за руль. И он такой прям очень его много, и он стал липкий. Я прям еле его там отодрала в некоторых местах. Так что вот. Ну, это, конечно, хуже нет, когда это все замерзает, потом это все тает, потом... Ну, оно так и будет. Так, надо, наверное, уже нам будет сходить. Я смотрю, все ходят в фикс-прайс, покупают что-то для Нового года. Ну, какие-то там украшения или что-то. Мои все
Детки тоже ноют, хотят уже. Рвутся в бой к Новому году. Все украшать. Они бы уже елку нарядили. Но это я не люблю так заранее. Я еще не чувствую Нового года, я не хочу еще. Да и потом, знаете, они ее потом всю растрепят. Не знаю, как будет в этом году. Я надеюсь, что в этом году уже будет проще. И сын подуспокоится, все-таки 5-й год уже ему. А в прошлом году все нарядили, он давай с одного места снимает игрушку, перевешивает на другой. Опять с того снимает, и вот он так все перевешивал, я не знаю, наверное, недели полторы-две, вот как елка стояла, он все так и перевешивал. Несколько раз бил, перебил там все. Ой, не знаю. Вот, знаете, есть, конечно, очень красивые игрушки, которые дорогие, стеклянные такие. Они, конечно, очень красивые. Но такие тоже покупать, чтобы там они все это разбили. В основном вот такие все пластмассовые под стекло покупаем. Так, сейчас нам надо еще намыть наши фрукты и выложить их. У меня вот такая вот для фруктов железная. Переложим сейчас все сюда. Так, когда фрукты я мою, я вот так беру чистое полотенчико, их сюда выкладываю и даю им подсохнуть. Сразу не кладу в эту тарелочку для фруктов, потому что они иначе там, знаете, все вот этой сырости. Киви такие еще, конечно, плотноватые. Не знаю, дозреют они или нет. Вообще я люблю киви. Вот так вот. Ну все, мои хорошие, на сегодня влог окончен. У меня там выстиралось белье, сейчас я побегу его вешать. Стирки еще осталось много. Сейчас я вот постирала. Вчера я постирала, значит, один комплект белья, два пледа я постирала. И вот у меня еще осталось два комплекта. А сейчас я стирала после спортзала мое, мужа. Так что сегодня еще как минимум одна стирка. Думаю, один комплект, наверное, еще постираю. Так что вот. Все, спасибо всем за просмотр. Спасибо вам, что были со мной. Я вас всех очень люблю. Рада, что вы меня смотрите. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Те, кто просто смотрит, но не подписывается. Я буду ждать новых подписок от вас. Счастливо. Увидимся завтра. Всем пока.